Красноярский алюминиевый завод ждет глобальная реконструкция. По сути, речь идет о самой масштабной за всю историю предприятия модернизации. Старые еще советских времен корпуса демонтируют и построят новые. Заменить планируют и все устаревшие установки для производства алюминия – электролизеры. Экологический эффект, говорят в компании, будет колоссальный. Проект позволит в 10 раз снизить выбросы фторида, смолистых веществ и бензопирена. А также даст до 10 тысяч рабочих мест. В Красноярске останется там 8 корпусов из 23 существующих старых. Да? Остальное будет снесено, поставлено 2 современных корпуса на технологии РА-550, которую вот мы закончили разработку на Саяногорском алюминиевом заводе и сейчас ее распространяем на других заводах.